В Ненецком округе подвели итоги конкурса рисунков и сочинений «Последний бой». Мероприятие было организовано для воспитанников центра «Наш дом» региональным отделением «Боевого братства» совместно с окружным отделением фракции «Единая Россия». Об итогах конкурса расскажет Катрина Тайбарей. Воспитанники Центра содействия семейному устройству «Наш дом» выразили свои мысли в сочинениях и рисунках. Работы дети должны были подготовить ко Дню защитника Отечества. Это надо поднимать патриотическое воспитание, дух, чтобы ребята знали, что страна наша, она большая, многонациональная. Мы должны гордиться всеми нашими подростками, потому что также мы, когда и росли, мы всегда брали пример с ребят, кто старше нас. Ребятам нравится принимать участие в различных конкурсах. Как отмечает старший воспитатель Центра содействия семейному устройству «Наш дом» Алла Матафанова, подготовка к подобным мероприятиям объединяет детей. Наши дети, наши воспитанники, они вообще любят участвовать в конкурсе. Они очень часто много рисуют, отправляют, но очень выигрывают. Как бы сочинение поменьше детей написала. В конкурсе «Последний бой» приняли участие 12 ребят. Среди юных художников первое место заняла Анастасия Буслаева, второе – Рудольф Косков, а третье – Сергей Валей. В номинации сочинения победителем стал Георгий Валей, второе место заняла Мария Лаптандер. Ребята получили заслуженные награды в торжественной обстановке. Катрина Тайбарей, Владислав Носкин, телеканал «Север».